год у нас было очень мало проектов, наверное, 12 или 14, я могу чуть-чуть ошибаться, но их прям было очень мало, и мы не делили их ни на какие категории. На второй год их стало больше, на третий год их стало так много, что мы поняли, что мы должны их разделять, потому что уже было невозможно на одну команду жюри повесить все эти проекты. Вот. И так получилось, что, оказывается, это очень здорово и круто иметь такой проект. Проект называется «Модернизация волкового пресса высокого давления для улучшения показателей измельчаемости и надежности оборудования». Вообще проблемой этого оборудования были частые простои. То, что мотивировало нас, это потому что постоянно волковый пресс останавливался из-за перепадов давления и перекоса волков. Поставщик, вендор на протяжении многих лет также не мог найти решение. И была собрана большая команда. Инженеры, механики, эксперты, которые проработали очень много лет там, на других фабриках. И мы начали исследовать саму проблему, и когда выявилось, что все гениальное просто, то есть это не проблема в оборудовании, в механике или в системах каких-то комплектующих частей, это проблема в самом материале, над которым работает это оборудование, то есть измельчающий продукт. Выяснилось методом сканирования, отбора проб, что мы имеем сегрегацию, то есть крупный материал скапливается с одной стороны, мелкий материал с другой, и как результат машина пытается исправить давление. Красота этого проекта вообще в том, что ничего было дополнительно не было вложено, все на существующем оборудовании, сделали чертежи и установили все необходимые детали, чтобы устранить и исключить вообще сегрегацию материала, и чтобы равномерно по всей площади волка материал распределялся. За год, вот уже ровно год прошел, мы вообще не имеем событий, которые связаны с перекосом волков или перепада давления. Они были исключены. Ну и другое, это то, что мы все горды как команда. Много проблем есть с текучестью кадров. У нас очень много есть вопросов по специалистам, которые занимают линейный персонал. По квалификации очень много вопросов есть. И тогда вот идея зародилась, создание такой платформы, площадки, что люди могли обмен опытом сделать. И это все должно было происходить не на производство, а с отрывом от производства, чтобы люди, скажем, людей чуть-чуть их мысли, скажем, забрать с тех моментов, которые они ежедневно занимаются операционкой, а их забрать в отдельную площадку и организовать такое обучение, лидерство, чтобы их какие-то, скажем, лидерские качества открыть. Мы на сегодняшний день по ВЦМ провели два этапа уже. Первым этапом мы охватили, скажем, высшее руководство, это директора производственных комплексов, начальник шахты, главные инженера и главные специалисты. Вторым этапом мы уже спустились чуть ниже, это среднее звено специалистов, это начальник участка, замначальник участка. В принципе, вот эти две категории на сегодняшний день мы охватили полностью. Это
Бузунчак находится на высокогорной местности с очень труднодоступным рельефом. То есть перепады до 400 метров между собой по высоте находятся, и плюс сама по себе площадь очень большая. Это более 500 гектаров, которые нужно освещать и для безопасности сотрудников. Начинался проект совсем с маленького. Мы сделали декоративное освещение на ГОКе, на зонах отдыха. Полностью его сделали на солнечных батареях, посмотрели на эффект, который вышел. У нас получилось несколько моментов было, когда наше декоративное освещение в момент переключения электроэнергии было единственным освещением. И мы задумались о том, чтобы масштаб расширить на территорию всего ГОКа, для того, чтобы мы не зависели от основных источников раз, и для того, чтобы мы могли осветить те места, которые мы ранее просто физически не могли осветить, так как в эти места небезопасно, либо невозможно подвести линии электроосвещения. Ну, пришли тем выводом, что нужно установить фильтр, чтобы перейти на техническую воду. Фильтр является, он грубой очистки, у него идет отделение песка, ила и всех таких примесей жестких, которые, ну, поднимаются со дна реки. Вот. И фильтр является, так сказать, ну, хорошим в плане того, что у него идет самоочистка. А как вы эту воду вы куда используете, где, вернее, используете? На гидроподпор, ну, называется сальниковая вода для работы насоса Warman. Специфическая работа насоса тем, что ему нужна чистая вода. Потребление данной сальниковой воды в сутки у нас было 100 кубов. Ну и по всем расчетам было приведено вот анализ за год, то есть вот как мы его запустили в работу, и вот до того момента, как мы убрали на паводковый период насосную станцию с реки Уба, экономия у нас составила порядка 10,5 миллионов. А сам фильтр стоит 780 тысяч. Специфика нашего проекта заключалась в том, что наш проект был больше научным, то есть мы занимались изучением проблематики в сфере показателей эффективности и искали подход, который бы обусловил для нас честную, прозрачную оценку эффективности. Предпосылками проекта явилось то, что на наших предприятиях работники отмечали, что при оценке эффективности процесс происходит не всегда справедливо. На каких-то подразделениях регистрируются производственные травмы, на каких-то нет. Но при этом эти два подразделения могут прилагать какие-то дополнительные усилия, то есть создавать программы, проводить множество мероприятий. И этот их вклад в эффективность систем безопасности никогда не принимался во внимание. А в своем проекте мы как раз разработали такую математическую модель, которая бы показатели оценивала как по травматизму, так и по тем усилиям, которые я отметила. То есть это отстающие и опережающие показатели. После того, как эту модель мы внедрили, мы уже провели за 2022 год на предприятиях Казминерос Актугай и Казминерос Башаколь оценку эффективности, и замечаний по этой работе не было. И модель показала свою эффективность, то есть мы получили определенные проценты KPI, которые затем повлияли на систему мотивации и оплаты труда для сотрудников. Наш проект еще не окончен, мы продолжаем его дорабатывать, то есть мы настроены на то, чтобы автоматизировать эту модель. Ну а по большей части, конечно, благодарю всех, кто участвовал в этом и кто смог это осуществить. Наше событие сегодня состоялось только из-за вас. These are the fun parts, or the bits that I enjoy about my job, because actually it's seeing people make a difference.
Ну, это как бы была сегодня такая праздничная часть, а сейчас возвращаемся к рутинной работе, но мы не забываем о том, что все это осуществимо. So, большое спасибо всем.